Друзья, привет! Сегодня посмотрим винтовые транспортеры в лотке. Они эффективно используются в сельском фермерском хозяйстве и промышленности для транспортирования сыпучих, крупнозернистых материалов, а также жидкостей. Шнековые конвейера в лотке производства компании ВС Украина специально спроектированы для эксплуатации на открытом воздухе. Такие устройства могут перемещать сыпучие материалы – муку, сахар, сахарную пудру, зерно, стружки, опилки, резиновую крошку – как по ровной горизонтальной поверхности, так и с углом вплоть до 30 градусов. Винтовые конвейера в лотке способны перемещать продукцию на длину более 100 метров за счет своей модульной конструкции. Наши шнековые транспортеры имеют свои особенности. Длина одной секции или лотка от 1 до 12 метров. Толщина спирали шнека от 2 до 8 мм. Диаметр винта может достигать 1 метра. В качестве опоры шнека используется съемная опора, которую всегда можно приобрести на сайте. Она включает в себя вал со шпоночным соединением, более долговечный по сравнению с болтовым. Здесь подшипник заменен самосмазывающейся графитовой втулкой из фторопласта, который не подвержен коррозии и не требует дополнительной или периодической смазки. Для увеличения срока службы транспортера в качестве расходного материала рабочей поверхности может быть использован фторопласт, который в случае износа легко заменяется без разборки шнека. На торцах транспортера используются самоцентрирующиеся подшипники, которые увеличивают срок эксплуатации втулки за счет повторения изгибания вала. Крышка транспортера изготавливается из оцинкованного листа металла и изогнута таким образом, чтобы избежать попадания воды внутрь при использовании на улице. С одной стороны желоба находится загрузочный бункер или отверстие, через которое на шнек подается сырье. При помощи редуктора и двух мух электродвигатель приводит винт в движение. Вращаясь, его витки захватывают транспортируемое сырье и перемещают его по всей длине желоба. С другой его стороны находится разгрузочное отверстие, через которое зерно попадает по назначению. В желобе может быть разное количество разгрузочных отверстий для одновременного заполнения нескольких емкостей потребителей сырья. Главный рабочий узел шнекового конвейера, шнек, закреплен в закрытом желобе при помощи опор. Листовая сталь толщиной до 6 мм является основным материалом желоба. Опоры, оснащенные подшипниками, удерживают винт по краям, а также на промежуточных участках. Шнек имеет спираль из стали, непрерывной длиной до 3-4 метров. Ознакомиться с шнековыми транспортерами можно на наших официальных сайтах. Ссылки уже есть в описании.
Благодарим за просмотр, подписывайтесь на канал и до новых встреч!